На сложности профессионал, в отличие от других сложностей, атаки врагов невозможно блокировать, их можно только идеально парировать. Для сравнения возьмем сложность хардкор и профессионал. Если выполнить неидеальное парирование на хардкоре, то получится заблокировать атаку и избежать урона. На профессионале урон неизбежен. Пример идеального парирования разных видов оружия на сложности профессионал. Окно парирования равно 10 кадрам. Для сравнения, в игре Elden Ring окно парирования щитом Баклер равно 15 кадрам. Чтобы идеально спарировать атаку, можно воспользоваться подсказкой в правом нижнем углу экрана. Как только появляется значок, нужно мгновенно нажать блок. Для успешного парирования, анимация атаки противника должна совпасть с нужным фреймом вашей анимации парирования. 10 кадров – это очень маленькое окно, поэтому выполнять идеальное парирование сложно. Также можно визуально определить, в какой именно момент нажимать блок. В последний момент, как только оружие врага касается Леона, незамедлительно нажимаем блок. Идеально парировать можно не только атаки оружием, но и рукопашные атаки. В последний момент жмем блок. У кого не получается визуально определить точное время для идеального парирования, используйте подсказку в правом нижнем углу экрана. В завершении несколько примеров идеального парирования на сложности профессионал. Идеальное парирование на сложности профессионал решает многое. Можно отражать атаки группы врагов и таким образом сэкономить припасы. Случайно.